Казахстанские авиакомпании помогут пассажирам отмененных рейсов Бек Эйр вернуться домой. Но возьмут их только при наличии свободных мест. К сожалению, таких очень мало. Людей ставят в листы ожидания и просят набраться терпения. Тему продолжит Динара Жамбатырова. Страшная трагедия объединила казахстанцев по всему миру. Люди несут цветы в память о погибших и к столичному аэропорту. Уступают свои места в самолетах для родных и друзей погибших и пострадавших. В Алматы отправлено больше 30 человек. В столицу начали отправлять тела погибших. А сегодня в 8 утра с Алматы прибыл груз 200. 31 пассажир сегодня были направлены в Алмату. Это близкие родственники и друзья пострадавших. Помощь идет с разных авиакомпаний, поэтому где будут дополнительные свободные места, поэтому точно сказать невозможно. В международном аэропорту нам сообщили, что тяжелых пострадавших в авиакатастрофе переводят в палаты. Некоторых начинают выписывать. Для них будут готовить и освобождать места в самолетах, чтобы довести в целости и сохранности до дома. Тем временем указ компании Бек Эйр. Постоянно толпятся люди. Это пассажиры, рейсы которых отменили. Некоторые возвращают билеты, другие пытаются попасть домой во что бы то ни стало. Сейчас я не могу вылететь домой, встретить Новый год с родителями. В связи с этой ситуацией. Не могут, потому что лист ожидания, говорит, вставайте, все такое. Ну, короче, точно ответ не дают. Ну, звоним постоянно, там, дозваниваемся, телефон сбрасывают, опять перезваниваем, там, занято, либо говорят, ожидайте, ждем какой-либо информации, но пока ничего. Они говорят, а девушка, вы тогда, мы вам вернем деньги, 38 тысяч ваши ведь. А зачем мне это 38 тысяч, извините? А 2 месяца назад я купила билет, чтобы сдать обратно? Нет, мне нужно Атрау. А в Атрау у нас куплены 30 числа 14:30, 95 человек, извините. Не 9 человек, 95 человек. Теперь мы хотим, чтобы дополнительно дали рейс. Есть пассажиры, которые приобрели билеты туда и обратно. Если в одну сторону билет уже использован, то обратно сдать пассажирский талон и вернуть деньги невозможно, уверяют покупатели. Возврат будет по месту приобретения. А это как? Полный возврат по месту приобретения. Мы уже объяснили девушке. А на чем нам доехать? Расстроенный, но с надеждой попасть домой, казахстанцы ждут. Встают в листы ожидания и надеются попасть к родным, чтобы вместе встретить Новый год. Динара Жанбатырова, Айбын Кусанбеков, Хабар.